Город Славянск, 20 мая, будни блокпоста. Да у меня есть там каремат. Муж с ребятами сложил. Если брать не мог, то я же не посмотрел. Мне конкретно за один раз. Была демонстрация, а за ноги это, с БТРами. С той стороны от дороги. Человек, вынеси! Херячек. БТР, наверное. Блокпосту, поэтому прям по стояли эти машины гражданские.
Девчонки, тут веселее. Снимает? Да, да. Видел? В разгрузке в трусах с автоматом. Так это вообще надо было видеть. Вы его не застали случайно? Бородой большой. Слышь? Длинная борода. Здоровый такой. Шапка такая, как у ковбойца. Да, с длинной бородой. На чечена похож, который. Как его зовут, девчонки? Джо. Он хотя бутый нет? Или посеку? Был? Да. Ходи! Право идите, говорю! Не надо уходить, обстреливать нас! Блин! Пацаны, зеленку стрижем! Какую? Алло, дайте. Какую зеленку? Стрижем, говорю, зеленку, я им кричу. Ты позиции свои не покидай, сядь туда и сиди. На мешках сиди, смотри влево туда прямо. Куда целишь? Наши мирные жители еще там будут здесь. Пацаны, это по вашим этим били фонаря. Да в курсе, блядь. А что вы не бля, габариты, за вас дом сожгли, блядь. В курсе, блядь. А то вы, блядь, не знаете, нахуй, правил. Я тут первый раз. Какая разница? Ну догадаться-то можно. Ох, а? Это, блядь, возили его вот так. Не дай бог, там газовый баллон. Понимали мы газовый баллон. Спрашивали. А как туда пробежать? Куда? Куда? Откуда вы ебали? Оттуда, вот с того направления сюда ебал. Слева от дороги. С источника. Восточный. Даже местный, что там? Восточный, поселок. Поселок? Не дай бог долбить начнут эти минометы, с него будут падать.
Какая-то картинка. А, вот. А, ну это, блин, сказал же тебе этот. Ну, чтоб нам не засветился. Он тот человек в каске, сказал. Он тот человек в каске? Да. Мужчина в каске. Не являйся, Моторола, блядь, бегал с включенной камерой, блядь. А она у него всегда же будет. Военный корреспондент. Блядь, ему надо не воевать, ему надо журналистики работать. Да, нормально, он совмещает. Тут так такие, блядь, а он ходит тут по перекрестку. Ну, отлично. А ты знаешь, как классно, там переснулаешься, начинаешь смотреть это все. И говоришь, о, глянь, а тут туда побежал. А комментарий просто нашел. Да, когда пересматриваешь, много нюансов ты видишь. Вот чего сразу ловишь. Ну, да. Мне нравится, а бой какой-то идет, он куда-то пошел, говорит, чаю мне сделайте. А стреляю, куда он говорит, а чай, не говорит, если чаю сделаете. Ну да. Так тут ебать, такие фейерверки были. Добрый день. Горит звезда моя. Так, а где там, кто там, который испугался? Я тоже первый раз испугался. Где мой парень? Какой? Как его? Позывной. Позывной какой? Потери раненых в результате этого боестолкновения у ополчения ДНР не было. Несмотря на то, что огонь был потушен двумя пожарными расчетами, дом практически сгорел полностью изнутри.